На самой Земле прошедший год стал самым теплым за последние 125 лет. К такому выводу пришли специалисты американского аэрокосмического агентства. Они сверились с наблюдениями, которые ведутся с конца прошлого века. В целом, за это время средняя температура поверхности Земли увеличилась на 1 градус Цельсия, а 2015 стал на 0,13 градуса теплее, чем предыдущий год. Таким образом, заключают ученые, продолжается тенденция долговременного потепления.